Дипломную работу и диссертацию магистра проще купить, чем написать. Пока одни студенты готовятся к защите самостоятельно, другие идут обходными путями и платят сотни евро за готовые работы. В интернете полно так называемых продавцов, предлагающих услуги по написанию дипломной, магистерской или докторской. Усилия студента ограничиваются одним звонком и некоторыми расходами. Чтобы разобраться, как работает черный рынок выпускных работ, мы позвонили по номерам в интернете и представились студентами. Продавцы также уверяют, что работы являются оригинальными и выполнены с соблюдением всех стандартов. Стоимость работы оценивают в зависимости от объема и темы. Цена варьирует от 200 до 500 евро. Меня интересует теза де мастер. 30 евро за курс. До какого времени готова? До 3 суток. Некоторые продавцы дипломных говорят, что у университетских профессоров слишком высокие требования к представленной работе. Юристы говорят, что за подобное пособничество предусмотрен штраф по закону. Чтобы предотвратить это явление, почти 10 лет в Аграрном университете Молдовы все работы проходят через специальную систему антиплагиата. În universitate obligator toate tezele de licență înainte și de masterat, înainte de a trece, de a fi admise la susținere, către susținere, deci avem un program special, deci de verificare la plagiat. Studenții признают, что слышали о таких предложениях, но не спешат стать жертвами искушений. Eu în acest apărteză de licență, eu personal o fac, eu personal, pentru că consider că nu în zadar am învățat 4 ani de zile și vreau să văd, să-mi văd capacitățile. Da, am auzit, sunt diferite anunțuri în oraș, cu teze de licență, teze de master și de asta. Da, n-am niciun interes personal să apelez la dânsele. Personal sunt anul 3, scriu teza de licență singur. Din cunoștințele pe care le-am, știu la sigur că este posibil de cumpărat teza de licență, însă nu cred că este corect. Cred că totuși teza de licență este produs la toată munca noastră. Studentul, купившему дипломную работу, могут отменить результаты экзаменов и не допустить к ее защите.